уже надоело так жить. Когда ты начнешь убирать? Я хочу жить в чистоте. Ася, мне это грязь устраивает. Я не люблю убирать, я играть больше люблю. Мне все равно на этот мусор. Вообще. Куда это я попал? Что это здесь творится? Что это за бардак здесь? Это что, комната тайной Асина? Ужас какой! Это кто? Тая могла такого натворить? Это же бардак! Куда я шел? Ужас! А это что такое? Сейчас посмотрим. Дневник. Весь красный, как у двоечника. Это что, Асин дневник? Поведение неудовлетворительное. Родители школу вызывают. Да, не знаю. Не знаю. Дарить мне деткам таким подарочки или нет? Сомневаюсь я. Как они могут жить в таком бардаке? Да, не ожидал я такого от Аси и Таи. Наверное, в этом году они останутся у меня без подарков. Напишу-ка я им письмо сейчас. Так. Напишу, что я оставлю их без подарка в этом году. Тая, ты вообще собираешься что-нибудь делать, убирать? Я не поняла. Смотри, все валяется, как будто, я не знаю. Не, Ась, не нормально, я же это уже говорила, не, я не хочу. Быстро убрала, раз, два, давай быстро. Тая, тут нет где пройти, у тебя вещи, игрушки в кровати. Боже мой. Это что, Дедушка Мороз? Да, держи, держи. Стой, девушка, а как за подарки? Я хочу подарки! Нет! Ушел, не успели! Зато он бросил какую-то записку под ёлкой! Бежим, давай посмотрим! Вот она! Что это? Это какое-то письмо! Ася и Тая! Вы замусорили комнату. Грязно везде. Ася, я увидел твой дневник и испытал шок. У тебя самое плохое поведение в классе. У вас есть 10 дней, чтобы исправиться. А иначе я не подарю вам подарки. С подписью Дед Мороз. Надо было убирать. Тая, нам надо исправиться. До Нового года осталось 10 дней. Ты должна держать комнату в чистоте, а я буду стараться, чтобы мое поведение стало лучше. Я постараюсь держать в чистоте комнату. Ребята, мы поздравляем всех вас с наступающим Новым годом. Новый год – это волшебный праздник, и все дети ждут подарков. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока!